Правильно оформить брачный договор, не пропустить срок вступления в наследство, составить документы для работы за границей, получить компетентную консультацию по этим и многим другим вопросам в ближайшее время можно будет совершенно бесплатно. 30 июня все юристы Гродненского нотариального округа будут принимать посетителей на безвозмездной основе. Целью подобных мероприятий является прежде всего обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. Время работы нотариальных контор и нотариальных бюро Гродненской области можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса». Такие единые дни по бесплатному консультированию Белорусская нотариальная палата проводит с 2014 года. В основном они проходят в преддверии знаковых праздников – Дня Конституции, Дня Матери, Дня Победы. В этот раз поводом стал приближающийся праздник День Независимости. Получить бесплатную консультацию юриста можно будет в любой нотариальной конторе Гродненского нотариального округа. И, как показывает практика, жители области активно пользуются этой возможностью. Ведь это не только повод получить грамотный совет, но и возможность существенно сэкономить. Консультация по наследственным вопросам 23 рубля, то есть одна базовая величина. Консультация по отчуждению недвижимого имущества 11 рублей 50 копеек. Конечно же, бесплатные консультации в дни акции – это очень удобно гражданам.